уже выявилась некая полость, уже мы знаем аномалии, аномалии развития гидросистем, которые здесь были, аномалии подземных пространств. Здесь была гидросистема какая-то, и эта аномалия показывается в виде высокого сопротивления. То есть где-то есть пустота. Эта пустота очень хорошо определяется с помощью томограммы. Вся зона высокая проводимость, а часть очень локализована, низкая проводимость. Соответственно, это показывает, что здесь есть какая-то, ну, скорее всего, пустота. Какой-то ход, какая-то пещера, кусочек пещеры. Мы будем ее определять. Вот сейчас дальше будем следующий еще профиль делать. И будет более полная трехмерная модель. Сейчас пока что первая линия. Таких будут линии несколько десятков. И мы тогда создадим полную трехмерную модель этого нашего массива с пониманием, что здесь развивалось, где сейчас ей неизвестные ходы пещеры.